Сергей приехал год назад в Одинцово из города Полярный. Там он работал в военно-морском госпитале, а здесь устроился в Звенигородское подразделение Одинцовской областной больницы. О собственном жилье врач мечтал давно, и вот подвернулся счастливый случай. Начальник рассказал про важную меру поддержки – социальную ипотеку. Мне надо было какие-то документы собрать, что-то как-то. Очень хорошо мне помогла наша начальница отдела кадров Нина Николаевна Захарова. Она мне рассказала, какие что документы, и мы в течение буквально недели все собрали, все документы. Она мне очень помогла, распечатала в банк все. И вот с этими документами пришел примерно через месяц, через два отзыв, что можно оформлять. Сергей Александрович – профессионал своего дела, отзывчивый доктор, который всегда готов оказать медицинскую помощь. Коллеги по работе очень рады, что в их коллективе теперь есть такой специалист. Специалист очень хороший. Как раз нам не хватало рабочих рук рентгенологов. Он нас очень сильно выручил. Мы с ним сразу нашли общий язык. Он внес некоторые коррективы в нашей работе, которые способствовали улучшению лечебного процесса. Новое жилье Сергей Белозеров выбрал в Голицыне не случайно. Ему нравится этот город и до работы удобно добираться. Благодаря программе «Социальная ипотека» он обустроился в просторной квартире с красивым видом. Екатерина Крамер, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцово».